Азербайджанда яшиян бүтүн халктардын нумайндалары. С праздником Рамазан азербайджанский народ поздравил президент страны Ильхам Алиев. Поздравление в частности говорится. Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас со священным праздником Рамазан. Передаю самые искренние пожелания. С удовлетворением можно сказать, что представители всех религий, проживающих в нашей стране, относятся к празднику Рамазан, являющийся общечеловеческим событием, с большой любовью, с почтением хранят мультикультуральные традиции Азербайджана, было отмечено в поздравлении главы государства. Благословенный месяц Рамазан была ниспослана священная книга мусульман Коран. Поэтому Рамазан является одним из месяцев, укрепляющий нравственность, усиливающий чувство религиозно-духовного единства между мусульманами, служащий формированию внутреннего совершенства каждого человека, сеет доброту и святость. Этот праздник, как никак другой, вдохновляет людей на благие дела, призывает их к солидарности, к совместным делам во имя мира, спокойствия и братства на земле. Рамазан объявляет веру во Всевышнего великим благом, дарующим счастье жить и говорить добро. В Азербайджане, признанном одним из культурных центров исламского мира, всегда с особой чуткостью сохранялось уважение к религиозным национально-духовным ценностям. Развитие взаимного уважения между отдельными религиями и верованиями является в нашей стране, ставшей сегодня настоящим примером толерантности, одним из основных направлений государственной политики. Религиозные конфессии свободно проводят свои службы, обряды, активно участвуют в светских мероприятиях, воспитывая в людях лучшие человеческие качества. Различные национальные и религиозные церемонии, в том числе праздник Рамазан, ежегодно торжественно отмечаются в Азербайджане на государственном уровне.